Кстати, когда я очищал память, я там, по всей видимости, случайно удалил то видео, которое у меня типа, сейчас грузится на YouTube. Вот, она вроде как не исчезла, то есть она до сих пор будет, но, скорее всего, когда там она уже полностью загрузится, она в итоге не выложит. Типа, у меня там есть два видео, вроде как, с моего трейлера, которые там они у меня до сих пор их почему-то не брал, там, типа, у меня просто написано ошибка загрузка, вот. И то же самое, скорее всего, будет и с тем видео. Он там был про Clash Royale, по-моему, шел почти 50 минут. Грустно, конечно, но я думаю, больше кто людей пофиг. Вот, да и мнение-то, в принципе, ну не, все-таки меня наргует. Короче, надо будет повнимательнее быть. Я даже не знаю, как у меня так получилось. 6.